Сегодня будем играть в такую наипрекраснейшую игру, как Motor Depot. Я уже снимал по ней ролик, он очень долго вышел назад. И, кстати, по-моему, я даже переустановил игру. Ну, что-то типа того. Ладно, начинаем. Я что-то не помню, у меня то ли эта игра сама удалилась как-то, то ли чего. По-моему, я ее скачал заново. Так. Выбрать скин. Так. Ну вот. А, блядь, точно. Нужно заплатить, чтобы сменить скин. Так. А. Блядь, ну типа заново, что ли, все, нет? Не знаю, ладно. Вот. Зилкись. Да, здравствуйте. Эту я... Я видел, что у меня есть одна ачивка, самосвал. Так. Ой. Извиняюсь. Так, а это что? Выбрать. Работа аварийная служба. А что еще рано? Аварийную службу. Так. Вот эти вот легковые. Что может делать на легковых? Вот. На вот этом вот УАЗе только перевозка груза. А вот на этой, на Волге. Такси и перевозка груза. Так, подождите. Ладно, выберем то, что у нас есть. Вот это вот. Работа такси. Такси. Понятно. Что вот на этом делать, а? Вопрос. Администрация города Сербов. Так. Ну и, конечно, есть автобусы. Я ездил на Зиле. ММЗ. ММЗ. Что значит ММЗ? Модель 130 это... То есть, ну, 130 как бы. Но что такое ММЗ? Типа с прицепом? Типа самосвал? Ну, типа, кажись, этого. Типа это самосвал, да. А, кстати, вот, стричка, чё. Так, перевозка продуктов, мусоровоз и асинтезатор. Так, пока что, ну, поедем. Так, это у нас для доставки... Блядь! Это у нас для доставки еды, я знаю. Из реального мира. Ой, что-то дождик идет. Так. Почему фары не работают? У меня вопрос. Я реально не вижу фары. Блять. Проехал что-то. На фары отвлекся. Переключение, по-моему, автоматическое, да? В рот, я запутался. Все, пошел выезд. Ну, прокатился чуть-чуть. Ладно. Теперь его лица. Так, ворота, блядь. Сука. Я промахнулся. Ой, блядь. Ворота автоматические. Так, сейчас выехаем. Так, поставить продукты. Склад сиропов, склад тумыши. Есть вот населенных пунктов. Ладно, склад серпухов. То есть вот этот вот серпухов, я помню, по нему мы сейчас будем есть, я так понимаю, доставлять продукты. Так, мне
Мне сейчас красный берет, да? Канализация вот я вижу. Так, ну да, загрузить. Сейчас поедем в магазин. 6000. Чего только? Нет. У меня уже загружено. Ты чё? Ой. Так, ладно. Едем. Ступи дорогу. Ну чё вы встали-то? Блять, а чё у меня поворотник-то горел? Почему нет точек, типа? Я чё, должен сам, типа, да? Ох, нихера себе! Чё такое? Только все бухов выбрал. Блёд. Сейчас по серпуху поедем. Сейчас перевес как-то. Не просто перевес. Чё, да? Вообще ничего не понимаю. На поезд. Ебать! Ну, ёбаный в рот! Пиздец, блядь. А чё автобус крутится? Ебать, ну вот дохуя вы встали, блядь, на ЖД-линию. И поезд, блядь, тоже. Что, блядь, такое? Куда ты едешь, блядь? Долбоёб. Ёбаный рот, блядь. Как посигналить ему? Идиот, ты хули делаешь, блядь? Ты нахуя, блядь, встал на ЖД пути, так еще и, блядь, там вообще крутишься тут теперь, алло? Идиотин. Чтоб я, блядь, я не понял, тут, блядь, долбоёб, тут конченый, блядь. Сами все видели, я все записал. Поезда нету. Все, поехали. Тут только в одну сторону, да, поезда могут быть. Так. Ну, поездов нет. Езжаем. Все. Тут встал как идиот тут на ЖД пути. Его сбил поезд, ну, блин. А он там крутится. Так. Шарная часть, погоди, что мне делать, почему? Чё выбрал сирку, алло? Склад, не сирку. Да, блядь. Чё я как идиот-то? Так, сейчас поедем тут? Не понимаю, почему? Октябрь. Кока-кола. Так. Чего? Вон, смотрите, точка там. Подождите, я сейчас по встречке еду, да? Ключи. О, класс. Мужик, притормозил бы хотя бы для приличия. Чё? Автозапчасти, смотрите-ка. Да алё! Чё тормоза такие маленькие, а газ такой большой?
За 4000 рублей? Да. Вот, смотрите, магазин продуктовый. Во. Все, фары вырубаем. Херня какая-то. Чё это такое? Вообще не понимаю. То есть, нам теперь нужно по всем населенным пунктам доставить, да? 6000, вот чего, я не понимаю. Килограмм у нас, что ли, загружено? Ты с... Ебать, какой, вы видели? Блядь, я не понимаю, куда я еду вообще? Подождите, дайте позицию багажника. Багаж. Канистр с топливом. Бля. Я могу как-нибудь аннулировать задание? Нет? Блядь, что случилось тут? Я врезался охуенно. Я хочу аннулировать задание. Норм. Сейчас переустановлю.